Всем здорово, ребят. Ну что, побегали в Бравл, покачались немножко, все равно остались на месте с кубками. В общем, сегодня у нас будет трэшачок. Буду пробовать, потестирую, точнее, вот такую вот командору. Она на фул атаку собрана. Единственное, у нас, конечно, по созвездиям победный. Я замотался ролить суперсилу, это реально Емарно, ну, надо будет куда-то девать коробки, как видите, еще 1000, и все, и мы уйдем в лимит. А чарок просто пипец дофига, а то, что надо, как обычно, все в лимите. А, в общем, ладно. Вот такая вот командорка у нас будет. 10-10, грубая сила, 8300 атаки, 140 атаки, 1,5 крит. Плюс 40% победный, плюс у нас питомец, который дает еще дополнительно 120 атаки. В рейдах, честно скажу, она сливается очень быстро. То есть тут вариантов, любая отражалка, герой просто улетает за счет того, что у героя просто нереальное количество дамага. То есть герои с таким... с такой сборкой просто улетают, но я все равно ее хочу потестировать, посмотреть. Ну, 42%, видите, ну, по дамагу круто, входящий урон просто ее сразу сливает. Ну, плюс любая отражалка, если она попадет на какую-то отражалку, это просто жопа. Ну, на битве гильдий можно даже такую использовать, но все-таки вариант, который я показывал вам с вальсом, с уклонением, он получше, мы ее завтра потестируем обязательно на битве гильдий. Против топа, я надеюсь, там будут интересные топы. Ну а пока, как видите, такой вариант без супер питомца и без... Вот смотрите, под молчанкой. Вроде себя отхилило 15% и все слилось. Но это все за счет пакта. Хоть и пакт у нас не 20% дает, а... сколько там, по-моему, 15, да, уменьшено 240 атаки, все равно так себе. Поехали на подземочки. Ну, на подземках я вам показывал, если с уклонением, тот вариант, который был предыдущий, это просто жесть, но я хочу сейчас ее потестировать на кошмарке, где у нас есть... О, прилетело. Интересно, сколько она ему всечет. У него 80 миллионов. 18 без крита, наверное, и без панчбокса. Скорее всего. Не увидим мы, сколько она ему бьет. Шесть, девять, девять, 17, 12. Но это панчбокс бьет. Тут панчбокс такой сборки будет тоже выдавать миллионы. А сейчас мы пойдем на этот, на арену. Вот там будет интересно. Ого, нифига себе. Ну это, наверное, смотр ударил, скорее всего. Да, это смотр так зафигачил. Ну, 15 миллионов, 20 миллионов. Если 18, мы видели, то есть где-то 30-40 лямов крит. Довольно-таки неплохо, как для плюхи одной. Ну, смотрите, как смотр сразу же фигачит. Ну, смотр бьет процентуально, то есть там сразу же хороший дамаг идет. Ну, 28, ну, 30 лямов. То есть в районе 30 миллионов у нас получается дамаг. Пять, 11, 8. Ну, для подземок этот топовый герой, показывал, в моей кошмарке фармится просто на ура. Такс, хорошо, поехали на арену. Вот на арене будет интересно посмотреть. Я уже один бой отбегал, конечно, пока противников нет, но тут такой дамаг у героя просто нереальный. Ну вот и все, ребят, посмотрите, что случилось. Еще раз давайте повтор.
Там у нас был просто обычный Асура. Но тут нам повезло. Она ударила как-то странно. Обычный Асурик. И герой просто сам себя слил. Смотрите, что делает. Блин, бешеный дамаг. Конечно, дефа нету нифига. Так, минус Зефир. Ой, точнее, его не говорю, Зефир. У нас сейчас тут с Фрейей, наверное, будет очень долго воевать. Ну, самое интересное, смотрите, в районе миллиона получается урон, а вот нормальный прилетел. Я не знаю, сколько там лямов прилетело. Там, видимо, усиленный урон был. Так, этих она ударила. Миллион. Без крита, интересно, сколько же крит. Лям 800, но это у нас бьет панчбокс. Пробуем еще разок. Ну, кто кого? Не, они все-таки. Так, попробуем через низ пойти. Ну, видите, такая сборка, она по дамагу, конечно, крутая, но она не универсальная. Вот сейчас Хрон, если прилетит в Хрона. Да, вот так оно и случилось. Прилетело в Хрона, и мы сразу же слились. Варианта вообще. Ну, можно подашку, конечно же, поставить и все решится, но это не интересно. Так, нас не ударили, но словили молча. Без варианта. Давайте попробуем по центру еще пробежаться. Ай, но интересно, кстати, будет на ЗБшки посмотреть и на лабиринте. На лабиринт откроется через 2 дня аж. Вот на лабиринте она должна нормально выжигать. Видите, без проблем она проходится. Тут вариантов не особо много. Но дамага, конечно, бешеная. Так, кто Махатма? Не, Махатма нафиг. Панчбокс тащит. Я, например, ее сейчас юзаю очень, кстати, удачно в блиц-турнирке. Она из-за этого у меня на таблетке и стоит, из-за блиц-турнира. Ну, видите, все-таки ушатали. Так, еще 2 есть. Смотрим. Ну, так вот. Скиллом, конечно, она круто бьет. Ну, смотрите, постепенно, постепенно. Все-таки Фрейя зашатала. Да, поехали на ЗБ. Будет, думаю, более интересно посмотреть. Надеюсь, встретим какие-то топовые пачки. Но опять же, это не сборка с уклонением. С уклоном она, конечно, намного круче смотрится. Да, у меня по нулях, как обычно. Как обычно, я на ЗБ бегаю. Так, ну неплохо. Тут, конечно, неплохо. По дамагу мне понравилось. Первая пачка просто улетела нафиг. Причем там нормальные герои были. Тут 30-е прорывы, но скиллов нету. Ну, смотрите, как мы сейчас Зефир сольется на отражалках. Не держится. Чуть-чуть нам не хватило. Вот тут, наверное, будет, скорее всего, ничья.
хороший бигфут, наверное, с исцелением. А тут только хлоп и все. Так, отлично. Блин. Тут, конечно, такой топ, что мы сейчас просто прощелкаем все попытки и кого-то найдем. Бум. Нормально так. Осталось там... А, все-таки остались герои. Я думал, что всех ушатало, кроме Овника. Мне... А Ронин в инвизе был. Ну, видите, ледяха. Еще держится чуть-чуть. Так, ну давайте, добивайте уже Фрея. Нормально Фрея, смотрите, как под молчанкой. Землеройка, конечно, тащит. Против землеройки сложно. Вот молчаночки хорошо проходят. Так, спробуем еще кого-то найти интересного. Нет у нас больше попыток, к сожалению. Значит, придется так шатать. Ну, конечно, против обычных героев она мега дамагер. Это вот больше всего. Парит, когда еще 15 секунд, пока смертушка умрет. Так, ну попробуем здесь. Все никак не соберусь выйти в топ. Надо будет собраться. Опять та же самая картина. Да сколько можно-то, а? Ну, тут хоть 8-го левела, но быстрее убивается. Да, нету, к сожалению, противников хороших. Ну, единственный вариант, надо будет его попробовать все-таки в пачке, в древних, с такой сборкой. Ну и даже на этих, на битве гильдии такая сборка, в принципе, неплохо будет смотреться и на подземках. Все зависит, конечно, от уровня противников. Такс. Я хотел еще заскочить. Экспедиция. Так, смотрим. Я думаю, здесь она тоже будет. Тут, конечно, шатает она на ура. Но видите, под молчанкой. Сейчас просто ушатает. А так вот. Такая вот сборка. Все-таки сборка с ОЗ-шкой смотрится намного круче. Ну, это такое. Это временно, пока сделал так. Потом потестирую еще. Ну, такая вот сборка. В принципе, на ура заходит. Сколько у нас? 6888 было, 7 с копейками уже обратно скинули. Заходит вот сюда. Но опять же, все зависит от того, какие противники. Ну, я тут не только ее выкидываю. Я тут делаю вот так вот. Я уже показывал. Со всех сторон, соответственно, вы по-любому набиваете. Ну, видите, она сливается очень быстро. Но все равно она наносит дамаг, как-никак она одним ударом сносит
по зоне там процентов 10-15 дает возможность набрать. А если ударить два раза, то это еще круче. Есть вариант просто на такие вот локации уже тогда ставить выживание, либо вальс. У меня с вальсом было, но вариант можно тоже пробовать выживание. Тогда она уже точно дамажит пару раз. Вот тут уже топы, тут самые топы у меня, потому что я видите, плюс-минус. Опять же, она только сливается, остальные более-менее живучие. Плюс 11. Так вот. Так, надо вернуться в топ. В общем, вот такие вот, ребятушки, тестики. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу такой сборки и по поводу той сборки, которую я показывал, какая вам больше нравится. Все, всем удачи, всем пока.